Ленинград, 16 июля 1933 года. На набережной лейтенанта Шмидта собралось более 20 тысяч человек, чтобы проводить в плавание корабль «Челюскин». Его задача – достигнуть Берингова пролива и доказать, что за полярным кругом по Северному морскому пути могут пройти обычные неледокольные теплоходы. Вскоре об этой экспедиции заговорит весь мир. Катастрофа в Чукотском море, высадка на лед, зимовка в Арктике и триумфальное возвращение в Москву. Бернард Шоу тогда сказал: «Удивительный вы народ, русские, из трагедии сумели сделать героическую эпопею. Так отчего же затонул корабль, ставший одной из легенд 20 века?» Чукотское море. Где-то здесь до сих пор лежит затонувший в 1934 году легендарный корабль «Челюскин». Ворота 900 метров. Челюскин здесь мог поместиться 9 раз. Совершенно. Если мы прошли здесь, а мы прошли вот, это наш, то мы просто даже не мимо проскочили. Последние десятилетия катастрофу в Чукотском море окутали легенды. Самая дерзкая из них о том, что Челюскин ушел в Арктику не один, а в сопровождении корабля-двойника. Якобы Челюскин прикрывал гигантское судно, на борту которого находились несколько тысяч заключенных. Их везли на рудники, на каторгу, на смерть. Миф о корабле-призраке обрастал все новыми свидетельствами очевидцев, деталями и подробностями. И вот в сентябре 2006 года дайверы под руководством директора Русского подводного музея Алексея Михайлова решают отправиться по следам Челюскина. Цель экспедиции – поиск бортового журнала парохода и других документов, способных подробно осветить знаменитую челюскинскую эпопею. Это уже не первая их попытка. 2 года назад они так и не смогли найти следов затонувшего корабля. Как не смогли его обнаружить и советские водолазы еще в 1974 году. Может, координаты гибели судна в свое время были специально сфальсифицированы. Но кому и зачем это понадобилось? Впрочем, чтобы ответить на эти вопросы, надо все же найти корабль. А потому экспедиция Михайлова вновь вышла в Чукотское море. В воду спускают морского льва. Специальное оборудование, способное транслировать изображение на большой глубине и посылать на компьютер. Удастся ли на этот раз найти Челюскин? Видимость очень плохая. В поле зрения только ракушки на ровном илистом дне. Но вот, кажется, на мониторе начинает что-то вырисовываться. Ну, ребята, это Челюскин. Точно, стопудово. Это Челюскин. А вот даже торчит что-то конкретно. Сегодня Арктика – лакомый кусок для государств старого и нового света. Но в апреле 26 года, когда правительство СССР объявило, что все земли, находящиеся в советском секторе Арктики, принадлежат отныне нам, возражений не было. Освоение полярных земель тогда казалось делом практически невероятным. Да и особой прибыли иностранным компаниям не сулило. Для нас же Северный морской путь был кратчайшим маршрутом между восточной и северо-западной границами государства. По замыслу Сталина, по нему должны были пройти караваны грузовых судов на Дальний Восток. Но этот путь еще предстояло прорубить во льдах и оснастить метео- и радиостанциями, портами и населенными пунктами. Ведь не было других выходов. Черное море. Там Дарданеллы, в Средиземное море не очень выйдешь, контролирует Великобритания, Турция. Балтика тоже нет. Единственная возможность добраться до Дальнего Востока и до всех северных границ великой державы, конечно, морской путь. В 1932 году впервые за одну навигацию по Северному морскому пути прошел ледокол «Сибиряков». Но таких кораблей в Советском Союзе было мало. Да и те сплошь иностранные, купленные за валюту. К тому же ледоколы и ледорезы могли взять на борт очень мало груза. Энтузиасты-полярники пытались доказать всему миру, что через льды могут проходить и простые суда. Их, кстати, тоже приобретали за границей за большие деньги. И это в то время, когда страна голодала. Цена вот этой твердой валюты, которая была отправлена для постройки
технических, так скажем, средств для освоения Северного морского пути, она была огромной. В правительственных планах на 1933 год экспедиции из Ленинграда во Владивосток не значилось. Профессор Отто Шмидт пытался доказать чиновникам необходимость второго сквозного рейса по Северному морскому пути и доказал. Через два месяца судно для этой экспедиции было подготовлено. Его построили по заказу советского правительства в Дании. Назвали сухогруз для речных и морских перевозок «Лен». Накануне экспедиции его переименовали в «Челюскин» в память о русском мореплавателе и исследователе Севера XVIII века Семёне Челюскине. До начала северной экспедиции оставались считанные дни, а капитана для Челюскина выбрано не было. Июль 1933 года, Москва. Капитан дальнего плавания, полярник Владимир Воронин, вернулся сюда из Крыма, где лечил ревматизм после похода на Сибирякове. Вечером зазвонил телефон. Профессор Отто Шмидт просил о срочной встрече. Он рассказал Воронину о готовящейся экспедиции и пригласил капитана встать у руля Челюскина. Но Воронин не соглашался. Он считал, что судно не приспособлено, что оно плохо слушается руля, что оно достаточно, ну, не сильно приспособлено к плаванию во льдах. Хотя в регистр Ллойда, когда принимали, там, значит, там усиленный ледовой класс. Ну, конечно, для борьбы с тяжелыми льдами он, конечно, не был приспособлен. Такого не было судна в 1933 году, которого бы не раздавили эти льды. Из рейсового отчета капитана Владимира Воронина. Набор корпуса слаб, ширина Челюскина большая, скуловая часть будет сильно подвергаться ударам, что скажется на прочности корпуса. Челюскин – судно для этого рейса непригодное. Когда Владимир Иванович Воронин познакомился с кораблем, он сказал: «Несчастливый будет корабль». Вот такое предчувствие у капитана. Ему как капитану было совершенно ясно, что любая остановка, любое, так сказать, попадание в лед, в сжатие, приведет к гибели судна. Тем не менее, Воронин все же согласился идти в Арктику со Шмидтом на Челюскине, но только в качестве пассажира. Капитаном корабля назначили Петра Безайса. В ленинградском порту Челюскин явно перегрузили. Часть экспедиции составляли геодезисты, которые ехали на остров Врангеля на зимовку. И большинство грузов, включая бревна для постройки домов, Челюскин вез для них. Предполагалось, что пароход будет сопровождать ледокол «Красин», а ледорез Федор Литке встретит Челюскина в Чукотском море и поведет дальше. Для них Челюскин тоже вез 3000 тонн угля. На корабль погрузили 500 тонн пресной воды, коров и свиней. Ноев ковчег на 80 сантиметров ушел ниже ватерлинии. Вопрос в том, что, так сказать, риск оправданный, неоправданный. Но вот Отто Юрьевич в этом смысле был, конечно, человек такой устремленный. Экипаж на Челюскине подобрался интернациональный, разношерстный. Костяк составлял сплоченный коллектив сибиряков. Поехали кинооператоры, журналисты, художники. Были участники экспедиции, рассчитывавшие, что они построят дом на острове Врангеля, будут там работать. Были плотники, взятые для того, чтобы заработать на постройке этого дома и вернуться полуграмотные. Были буфетчицы, ученые и одновременно большая команда, совершенно разные люди, разного культурного уровня, разной степени знакомства. Однако сложностей в общении у челюскинцев не было. Несмотря на разность в происхождении и образовании, они быстро нашли общий язык. Все же были очень молодые. Старик Шмидт. Вы знаете, сколько было старику Шмидту тогда? 41 год. То что с бородой? Молодой мужик был совсем. А так вот этот Фатидов, там был этот геофизик. Ему было, значит, 23 года, только что кончил университет, понимаете? Народ был вот такой вот. Это же было поколение моих отцов. Им всем было 23-25. Шершову, Кренкелю, всем было очень... 30 лет не было никому из них. Почему они стариком, дедом называли Шмидт? Потому что ему 41 год был. На Челюскине были и женщины. Одна из них... Жена начальника полярной станции на Врангеле Петра Бунько отправилась в плавание с полуторагодовалой дочерью Аллы, другая – Доротея Васильева. Вообще поехала, будучи беременной. Пап,
папа ехал тоже на Врангеле зимовать. Мама была, правда, в положении. Она, во-первых, советовалась со Шмидтом, он, значит, разрешил. Она посоветовалась с врачами. На Челюскино было два прекрасных врача, кстати сказать. Члены экспедиции знали, что отправляются не в туристический круиз. Корреспондент «Правды» Илья Сильвинский написал своему другу: «Ты, вероятно, знаешь по газетам, что я ушел на Челюскино. Пока я молод, надо пройти такую школу, как Арктика. Мы нарежем земной шар с крышки, как срезают арбуз. Худой конец – это высадка на лед, собаки, полыньи, аэропланы, газетная трескотня и 3 спасенных из 70. Как только вышли из Ленинграда, у Челюскина обнаружилась неполадка. Перегрелись подшипники. Через 4 дня судно прибыло в Копенгаген. Там, на месте, корабль отремонтировали. И тут Безайсу было необходимо заполнить десятки бумаг для приемки корабля. Тогда он пришел к Воронину и попросил временно взять на себя обязанности капитана. Воронин согласился, но только при условии, что Шмидт телеграфирует в Москву, чтобы прислали замену. Почему опытный моряк, за плечами которого была уже не одна полярная экспедиция, так старательно открещивался от этого похода? Что интересно, Безайс, закончив свою бумажную волокиту, так и не вернулся к своим обязанностям и в Мурманске сошел с корабля. Владимир Воронин, не дождавшись подмены, возглавил плавание. Корабль через Баренцево море отправился в Карское. В Карское опасно все. Мы учтили, что это несовременная ситуация. А тогда, ну, со связью было, конечно, плохо, но тогда было холоднее. Сейчас льды отступили очень сильно. Из рейсового отчета капитана Воронина. Как трудно идти на Челюскине среди льдов, да еще в тумане. Судно слабое, плохо слушается руля. Часто производим осмотр корпуса изнутри. Поврежденные места подкрепляем деревом и клиньями. Несколько лет назад в западной, а затем и в российской прессе появились статьи о том, что якобы Челюскин ушел в Арктику не один. Вслед за ним шел корабль под названием «Пижма», построенный на той же судостроительной фирме в Дании. Но на каких свидетельствах и документах основана эта сенсация? В 29-м году на Чукотке было открыто крупнейшее в мире месторождение олова. В 33-м Совнарком принял решение построить там шахту, обогатительную фабрику и рабочий поселок. По версии авторов статей, для перевозки грузов и людей было решено использовать 2 больших парохода, заказанных ранее в Дании – «Челюскин» и «Пижма». В июле 1933-го оба корабля встали под погрузку. «Челюскин» грузился в Ленинграде, а на «Пижме» в Мурманске происходила реконструкция. Плотники превращали корабельные трюмы в плавучую тюрьму для 2000 заключенных. Якобы они и должны были осваивать оловянный рудник. На трехэтажных нарах в невероятной тесноте разместились уголовники и политические. Итак, могла ли «Пижма» реально существовать? Мы нашли реестр кораблей, которые были заказаны советским правительством за рубежом в 30-е годы. «Пижмы» в списках не значилось. Любой советский архив можно изнасиловать, я понимаю. Но архив Ллойда, я извиняюсь. В тот год одно судно было на ферме «Бурмейстер Вейн», построено для Советского Союза. И такой силы, которая бы заставила «Бурмейстер Вейн» не написать, не указать в своем этом самом, если сохранились рабочие чертежи Челюскина. До сегодня, вот сейчас можно их получить. Конечно, как и Челюскин, «Пижма» могла иметь изначально другое название. «ГУЛАГ» действительно имел свой водный транспорт. В начале 30-х еще не было большого количества осужденных, но Соловки в тот период уже переполнены. Да и другие лагеря и тюрьмы не пустовали. Значит, было кого возить. В многотомном издании об истории открытия и освоения Северного морского пути мы нашли главу под названием «Особая северная экспедиция наркомвода». В ней описано, как 8 судов в сопровождении ледореза «Литки» в 1932 году отправились из Владивостока на Колыму через Берингов пролив. Так вот, эта экспедиция и везла заключенных. Но судна с названием «Пижма» в ней не было. В НКВД, конечно, и в ГПУ было масса подлецов, но что там были одни идиоты, не сказать никак нельзя. Транспортировать по Северо-морскому пути 2000 зэков,
Значит, либо им нужно создать какие-то условия, если их хотят довести живыми. Если их не хотят довести живыми, а уморить, так проще их было вывести в пригород Ленинграда и расстрелять. Очень спокойно, что и делалось, когда бы это было нужно. Но по версии зарубежных журналистов, Пижма все-таки существовала. И у нее была очень интересная судьба. Об этом мы расскажем позже. А пока вернемся на Челюскин. 12 августа 1933 года. Мыс Северный. На корабле в трюме нашли спрятавшегося человека. Юношу звали Алексей Субботин. Парень умолял не отправлять его на Большую Землю. Может быть, он представлял Арктику в ярких красках северного сияния. Реальность оказалась гораздо страшнее. Через два дня в трюме образовалась течь. Разорвался металл сначала, и вода пошла. У них все было, они несколько ложных же эвакуаций было, когда они выгружали все на лед, потому что ситуация была хреновая, что называется. То есть все время наблюдение шло за состоянием корпуса судна. Ледокол «Красин», который шел впереди и пробивал дорогу Челюскину, развернулся и пришел на помощь. Течь была ликвидирована. В тот же день Шмидт получил правительственную телеграмму. Он положил переданный радистом Эрнстом Кренкелем листок бумаги в карман, никому ничего не сказав. Кренкель спросил: «Отвечать будем?» Шмидт отрезал: «Нет». Поступил он тогда так, как было написано в телеграмме, дальнейший поход выглядел бы иначе. Когда Шмидт все же раскроет карты экипажу, отступать будет поздно. 30 августа полярную тишину разорвал оглушительный младенческий крик. У жены геодезиста Василия Васильева Доры родилась дочь. Раз девочка родилась в Карском море, решили, пусть будет Карина. Мыли меня, я знаю, что в раковине, вот обычно раковину затыкали, там мыли. И спала я первое время, то есть не первое время, а на Челюскине все время я спала в корзинке из-под огурцов. 1 сентября 1933 года. Мыс Челюскин. Отто Шмидт собрал всех в кают-компании. Руководитель экспедиции волновался. Команда притихла. Две недели назад, начал Шмидт, я получил телеграмму, где давалось распоряжение всему экипажу пересесть на ледокол «Красин», а Челюскин вернуть в Мурманск на ремонт. Я об этом не сказал и правительству не ответил. Делать этого я не имел права. Но у меня есть одно оправдание. Вера в нашу победу. Ну что, идем дальше самостоятельно? Лишь несколько человек на корабле представляли весь риск продолжения похода. Но ни медля, ни секунды хор голосов ответил «да». Корабль благополучно прошел три четверти пути за 4 месяца, преодолев Баренцево море, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море. За это время команде несколько раз приходилось выгружаться на лед. Корабль был на грани крушения, но опасность отступала, и Челюскин шел дальше. Когда до Берингова пролива оставалось 2 мили, Красин ушел со сломанными винтами в порт на ремонт. Это был тот самый его величество случай. Челюскину не повезло. Корабль неожиданно сковало льдами и понесло вверх, на север, по Чукотскому морю. В каютах заговорили о зимовке. Воронин знал, что судно не выдержит. Рядом был ледорез Федор Литке. Из радиограммы Отто Шмидта. Помощь Литке при известных обстоятельствах может оказаться необходимой. Но сейчас положение еще неопределенное. Со вчерашнего вечера Челюскин быстро дрейфует на север, что дает нам надежду на разлом поля. И вот тут товарищи Шмидт и Воронин, наверное, решили ни с кем славой не делиться. Все-таки пройти за одну навигацию без помощи ледоколов. Хотя там Красин сначала с ними встречался, но не особенно им помогал. А тут без помощи ледоколов. Потому что Седов перед этим прошел, но он вышел, извините, задом наперед в Берингов пролив, с поломанным винтом и под парусами, сшитых из угольных мешков. Потому что все. Но он прошел, но и он был ледокольного типа судно. А это нет. Вот, а когда дело уже запахло неприятностями, когда их понесло уже назад, они обратились к Литке. Тогда Литке уже был, Литке получил сам какие-то повреждения, стоял уже в другом месте, и он дернулся, Литке, им спасать их. Но он прошел некоторое время и не мог к ним подобраться. Там очень, значит, в аварийном порядке, но ничего не получилось. Ведь они, конечно, Шмидт и Воронин,
далеко не были уверены в том, что они герои. Вероятность того, что они враги народа, была очень велика. Потом скажут, что первоначальный отказ от помощи ледореза Литки был ошибкой Шмидта. Больше возможностей приблизиться к Челюскину ни у кого не будет. Корабль крепко врастет в многометровую толщу льда и в течение еще 4 месяцев будет дрейфовать по белоснежным просторам Чукотского моря, пока не наступит 13 февраля. А что же корабль «Пижма», который, по версии некоторых зарубежных изданий, шел вслед за Челюскиным и вез 2000 заключенных? Как пишут журналисты, в Чукотском море «Пижма» отстала от Челюскина на 30 километров и также была скована льдами. Хотя ее корпус не имел повреждений, самостоятельно выбраться из ледового плена «Пижма» не могла. Ситуация требовала немедленного разрешения. И выход был найден. Корабль вместе с живым грузом конвоиры НКВД взорвали. Но якобы нескольким заключенным чудом удалось спастись. Даже если предположить, что «Пижма» реально существовала, то зачем взрывать корабль, не имевший повреждений, да еще купленный за границей за сотни тысяч долларов? Второе. Куда делась вся команда после взрыва? Ее ведь надо было как-то эвакуировать. Об этом добросовестные историки ничего не напишут. Но вернемся к особой экспедиции наркомвода. Она обслуживала ГУЛАГ, перевозила людей, грузы из Владивостока на Колыму. Флотилия насчитывала около 10 кораблей. А среди полярников ходили слухи, что в начале 30-х потерпело крушение какое-то судно, перевозившее заключенных. Впрочем, документальных подтверждений этого происшествия мы не нашли. И отец не суеверный. Но мама рассказывала, что в ночь на 13 февраля она не спала. Вот ей было тревожно. 13 февраля 1934 года. Чукотское море. Ночью тронулся лед. Корпус Челюскина заскрипел от сжатия. Геодезист Ибрагим Вахидов и капитан Владимир Воронин обошли по льду вокруг судна. Вахидов увидел тонкую, длинную, рассекающую корабль поперек трещину. К утру она приняла чудовищные размеры. Когда вот этот раз, ну даже не трещина, это просто разорвало бок, да. И льды залезли прямо в помещение к ней, ну вот, в те каюты, где, да, которые находились с этого боку. К этому моменту команда практически выполнила задачу. До Берингова пролива оставалось каких-нибудь 20 миль, когда зажатый льдами Челюскин был вынесен в Чукотское море и потерпел крушение. Из рейсового отчета капитана Владимира Воронина. Быстро поднимаюсь на пароход и вижу. Огромный высокий ледовый вал. Торосы движутся прямо на нас. Стало ясно, что для Челюскина настал критический момент. Шмидт и Воронин приняли решение о срочной эвакуации. Никакой паники не было. Каждый отвечал за свой участок работы. Корабль уходил под воду толчками. В каюте с грудным ребенком на руках ждала мужа Доротея Васильева. Я как сжигатели, он забежал, что Дорота Ивановна, что ты сидели там, Дора как-то назвала. Ты чего сидишь-то? В общем, все уже вроде бы там выходят, корабль уже совсем тонет. Вот она, значит, она взяла там свой кулечек, что она нам приготовила, взяла ребенка и вышла. В кают-компанию, где экипаж и члены научной экспедиции играли в домино, ворвался кинооператор Шафран. Скорее все наверх, на нас идет лед. Чудовищный грохот оглушил выбежавших на палубу. Гигантская 30-метровая ледяная гряда надвигалась на судно. Капитан Воронин и начальник экспедиции Шмидт решают срочно выгрузить провизию, стройматериалы и топливо на льдину. 35 градусов ниже нуля. Штормовой ветер, колючий снег. Разорвало левый борт. Вода хлынула в трюмы. Челюскин резкими толчками уходил под воду. Паники не было. Каждый четко выполнял свою задачу. Люди, с поднимающейся вверх кормы, прыгали в снег. Такими запомнил эти минуты механик Челюскина Виктор Гуревич. У нас был настолько высокоорганизованный народ, благодаря, конечно, руководству Отто Юльевича Шмидта, что мы, каждый знал свое место, которое ему нужно в момент аварии занимать. Мы занимались работой, выгрузкой судна. У нас даже не было мысли о том, что мы погибнем. При этом из 105 человек
теряют только одного члена команды, помощника капитана и завхоза Бориса Могилевича. Ну, когда вот Челюскин тонул, а он, значит, как всегда, вы знаете, как гибнут самые такие спортивные, крепкие и уверенные в себе люди. Он, одеваясь, одел новые резиновые сапоги, все эти стройматериалы, для которых для барака были предназначены, они лежали на палубе, скользнулся, он там, значит, бегал, надо было скорее прыгай, он, значит, сам поскользнулся, и тут полетели бочки, его ударила бочка и сбила в трюм, и он утонул вместе с пароходом. Единственный человек, который утонул. Воронин и Шмидт прыгали с корабля последними. Из воды их тянули за тулупы. Когда на лед выбрались все, уже начало темнеть. Нужно было срочно поставить палатки для женщин и детей. Плотники строили барак, повара разбирали провизию и обустраивали камбуз. Эрнст Кренкин безуспешно несколько часов провозился с рацией при свете фонаря. Наконец-то он услышал позывные. В Москву полетела первая радиограмма о гибели Челюскина. Отец отправил эту радиограмму, и, значит, подпись Шмидта, а место какое, там можно было давать там широту, долготу, он написал просто «Лагерь Шмидта». Это вот название «Лагерь Шмидта» — это изобретение отца. 14 февраля 1934 года. Москва. В эти дни закончил свою работу 17-й съезд ВКПБ, на котором многие проголосовали против Сталина. Его назовут расстрельным съездом. Большинство бросивших вождю черные шары закончат свою жизнь в подвалах Лубянки. Впрочем, тогда вряд ли кто мог это предвидеть. В Москву прибыли знаменитые журналисты и писатели со всего мира. Съезд изначально заявлялся как съезд победителей, одним рывком преобразовавших отсталую крестьянскую Россию в передовое промышленное государство. Но на смену победным фанфарам пришел сигнал СОС из далекого Чукотского моря. И вмиг весь мир узнал, 104 человека посреди вечных льдов ждут помощи от своего правительства. По приказу Сталина создают правительственную комиссию во главе с Куйбышевым. Весь мир должен был знать, ради спасения своих граждан Советский Союз не пожалеет ни сил, ни средств. Было достаточно много мясных консервов, галеты, сахар, сгущенное молоко, шоколад. Это все было. Были несколько туш коров и свиней, которые когда... Замороженные? Нет, когда забили, когда пароход начал тонуть, то была команда их, в общем, убить. Фашистская печать посмеивалась над большевиками. Фелькишер Биобахтер писала, что спасательная операция проводится слишком поспешно и без плана. Обозреватель предложил не поддерживать с лагерем радиосвязи, ибо она вселяет надежды, которые потом не осуществятся. Датская политика напечатала даже некролог, посвященный Шмидту. Он умер как герой, чье имя будет жить среди завоевателей Севера. Конец цитаты. На самом деле, никто из челюскинцев обреченным себя не чувствовал. Поддержка страны была слишком велика. Воспоминания там театральных, значит, там Василий Иванович Качалов заходит за сцену и, значит, перед репетицией спрашивает, как там в лагере Шмидта. Понимаете? То есть это действительно искренне волновало людей. Вы ведь это даже имена, ведь это любопытно. Ой, Ушминай, то-то или Шмидт на льдине. Лакшмивар, лагерь Шмидта на севере, в Арктике. Это имена, которые давали в то время бедные дети. Челюскинцы сплотились в одну большую семью. Шутили, подтрунивали и помогали друг другу. Художник Федор Решетников издал стенгазету «Не сдадимся». Отто Шмидт пытался всячески подбадривать экспедицию. Для того, чтобы отвлечь нервную нашу интеллигенцию, он буквально каждый день читал лекции на самые разные темы. И сохранились рисунки, шаржи дружеские, как в палатку, где он находился с радистом, там набивались все. Я не знаю, откуда мы сейчас мы можем стрелять, но он стрелял очень хорошо. Шмидт разрешил ему группу молодежи учить стрельбе. Это был такой у них... Матрос Саша Миронов, тоже один из его друзей, так он, муж стоял около мишени, в которую стреляли, а они там 3-4 человека стояли, стреляли в это. И он сделал вид,
Александр Иванович, что в него попали. И свалился, и задергался. Конечно, Сашка обомлел, бросился к нему, и что заставило моего мужа только встрепенуться и встать, потому что Сашка сказал, я его сейчас добью. Да, чтобы он не мучился. И тогда, значит, это он вскочил, ну, тут начались, значит, нецензурные слова, дали ему по морде. Среди мужчин начались разговоры. А не пойти ли нам пешком? И Шмидту, и Воронину было понятно, что о походе на Большую Землю не может быть и речи. Если уйдут мужчины, то неизвестно, выживут ли они. А женщины и дети, оставшиеся в лагере, погибнут точно. Реакция Отто Шмидта была очень резкой. Во время пребывания на льду ему принадлежат страшные слова. Буду стрелять, если кто-нибудь осмелится идти пешком на берег. В Москве поняли, авиация – единственный способ спасения челюскинцев. Но нужен аэродром. Подходящую льдину нашли в нескольких километрах от лагеря. Каждый день челюскинцы приходили расчищать лед. На аэродроме постоянно жили Виктор Гуревич, Александр Погосов и Георгий Воравин. Это адская работа – расчистить площадку, на которой могли бы сесть довольно тяжелые, несовершенные самолеты того времени. Это была работа в 3 смены, а то и в 4 смены. 13 раз челюскинцам приходилось искать новые льдиные аэродромы и каждый раз готовить их под посадку самолета. Надо же сделать полосу километр, хотя бы метров 40 шириной, 30 шириной. И вот, представляете, они работают неделю, потом, в конце концов, полоса готова, дует ветер, полоса ломается. И пошло по новой все это. Хуже всех работали именно те, которые могли бы работать лучше всех, это плотники. Вот эти старики, как он говорил, они, говорит, приходили, у нас там валялось такое бревно какое-то там. Они, говорит, приходили, садились на него верхом и балякали. И балякали, балякали, балякали. Вот, говорит, однажды Федя Решетников об этом узнал и намазал это бревно каким-то клеем, что я не знаю. Короче говоря, все севшие на него вверх ногами плотники, им потом бритвой вырезали это самое, со штанов эти круги, чтобы они могли уйти. Представляете? Уже через 3 недели на льдину приземлился самолет Лепедевского. Невозможно описать ту радость, которую испытали челюскинцы. Первыми вывезли женщин и детей. Никто, ни американцы, никто не смог спасти челюскинцев. Только советские летчики. Те, которые получили Героя Советского Союза, 28 раз вылетал, пока обнаружен был лагерь. В следующий раз опытный полярный летчик Георгий Ушаков привез собак. На них перевозили людей из лагеря на аэродром. 7 летчиков в труднейших условиях, к тому же по совершенно неисследованной воздушной трассе, совершали рейс за рейсом. Но взять на борт они могли не больше 2-3 человек. Тогда Молоков подходит к Шмидту и говорит, что вот, Юлечка, знаете, так ведь это будет очень долго. Ведь я мог гораздо больше прихватить. У меня есть бомбовые ящики под самолетом. А вот Юлечка спрашивает, а как вы считаете, это не опасно? Он говорит, ну, это опасно, как? Ну, они разобьются на 2 минуты, на 2 секунды раньше, чем весь остальной самолет. Пока отправляли одного за другим челюскинцев, Шмидт серьезно простудился. Он был болен туберкулезом. И воспаление легких могло привести к гибели. Зная, что сам Шмидт уйдет со льдины только последним, члены экспедиции тайно послали телеграмму в Москву, в которой описали его тяжелейшее состояние. Куйбышев приказал немедленно вывести Шмидта на Аляску, а начальником лагеря назначил Алексея Боброва. Бобров долго не решался сказать об этом Шмидту. Но в конце концов он ему показал, не сказал, а показал радиограмму. Тельц прочитал, довольно долго молчал, а потом обратился к Боброву. Что прикажете, товарищ начальник? После лечения в госпитале Шмидт прибыл в Вашингтон. В Штатах был настоящий челюскинский бум. Американцы называли этот поход «экспедицией с бородой» в честь ее начальника. Все хотели взглянуть на Шмидта, выразить ему свое восхищение. За разговором президента и советского профессора зорко следил посол Троиновский. Как бы Шмидт не сказал чего лишнего. Диалог шел в основном об организации транспортного сообщения с Россией через Северный океан.
Американский президент, как и Сталин, использовал Челюскинскую эпопею в своих целях. Дело в том, что дипломатические отношения между СССР и США были только восстановлены. В знак потепления отношений Рузвельт предложил Шмидту лечение на Аляске, а потом и сам встретился с ним в Белом доме. Но вернемся к истории с Пижмой. По мнению западных журналистов, удивительным образом сложилась судьба заключенных, сбежавших с корабля-призрака. Якобы кому-то из зэков после взрыва, когда судно начало тонуть, удалось пробраться в радиорубку и наладить сломанный передатчик. СОС тонущей Пижмы приняли на базе американской полярной авиации. Оставшихся в живых заключенных пилоты вывезли на Аляску. Версия красивая, но не имеющая ничего общего с действительностью. Итак, Советский Союз, спасая челюскинцев, действительно купил в США два самолета, которые развивали скорость более 400 км в час. Но советским летчикам на такой скорости в пургу найти лагерь Шмидта не удалось. Их нашел только с 28-го раза Лебедевский, летавший на отечественном самолете со скоростью 180. Если предположить, что американцы все-таки нашли зэков, то вряд ли бы они хранили этот секрет так долго. Все отдельно перечисленные факты имели место, как вот вы сказали, и перевозка заключенных в судах, и работа на рудниках, и так далее, и так далее. Но вот в контексте вот этой экспедиции челюскинской, это, да, конечно, была полная, как бы, абсолютно неправда. Но если Пижма – чистейшая выдумка, то оловянный рудник Депутатский и поселок с тем же названием все же были построены на Чукотке в 1937 году. А по Северному морскому пути, открытому самоотверженными полярниками, в конце 30-х ГУЛАГ возил заключенных на Колыму, где они и гибли тысячами. Несколько тысяч километров добирались спасенные челюскинцы с Дальнего Востока до Москвы. На каждой станции поезд останавливался, и люди сбегались приветствовать национальных героев. И тут челюскинцы начинали понимать, что стали участниками уникального исторического события. Такое большое количество разных людей и готовых к трудностям полярных дней, полярных зимовок, и не готовых совершенно, и пожилых, и женщин, детей, было впервые. И впервые в истории географических открытий удалось нашим героям-летчикам спасти всех, все 104 человека благополучно были выведены на берег. И весь путь от Владивостока до Москвы – это была непрерывная цепь людей, которые встречали наш поезд с героями, летчиками, с челюскинцами, которые шли до Москвы. Поэтому, понимаете, это не организованное ни правительством, ни тем более партией, это не было, это был естественный движение души нашего народа. 19 июня 1934 года челюскинцев встретила Москва. На Красной площади в их честь состоялись митинг и праздничная демонстрация. Семерым летчикам впервые было присвоено звание Героев Советского Союза. Звание специально учредили в честь окончания спасательной операции. А все челюскинцы получили ордена Красной Звезды. Самые последние дни, когда папа уже не всегда даже узнавал окружающих. И вот, умирая, он протягивал руку и нащупал орден Красной Звезды. И когда он сжимал этот орден в руке, я чувствовал, что он, да, наверное, гордился тем, что он был участником и этой великих событий. До сих пор спорят, нужно ли поднимать Челюскин со дна, чтобы восстановить в первоначальном виде. Известно, что еще в 30-е Шмидт отвергал такие предложения. Для работы не годится, для истории дорого. Но 70 лет спустя, после гибели во льдах, Челюскин не просто затонувший корабль. Это уже артефакт нашей истории. История, ставшая легендой.
Спустя более чем 70 лет дайверы под руководством Алексея Михайлова вновь вышли на поиски Челюскина. Они не теряют надежды установить точные координаты места, где затонул корабль. И вот, кажется, удача. Эхолот уверенно чертит на экране рыжий бугорок, различимы даже бак и корма. Неужели эта закорючка и есть пароход, который команда искала последние 3 года? Принимается решение – немедленно погружаться. Последние приготовления. Водолазы начинают погружение. Под водой идут по тросу. Видимость очень плохая. Легко заблудиться. С первой попытки зацепиться за судно кошкой не получается. Времени на подводные работы почти не осталось. Холод пробирает до костей. На глубине минусовая температура. И вновь опытные водолазы возвращаются ни с чем. Шли близко от дна. Вот, хотели посмотреть просто. Ил какой глубины? На следующий день решено повторить погружение. Чтобы дольше пробыть на глубине, из чайника льют кипяток в перчатки. Снова по тросу спускаются ко дну. Мощный фонарь с трудом пробивает слой планктона. Вот оно. Это обросшая ракушками груда металла и есть Челюскин. Алексей пытается оторвать какую-то деталь корабля, чтобы взять с собой. Другому водолазу удается отделить еще один фрагмент, покрупнее. Время на исходе. И вот счастливое возвращение на борт корабля. Счастье, полные штаны. Погружение было опасным, но главное, никого не потеряли. Предстоит еще доказать, что найденные детали действительно от обшивки Челюскина. Вскоре в Дании, где сохранились его чертежи, это подтвердят. И вот удалось поднять 2 детали. Стойку леерного ограждения и такую же стрелу, она выглядит как железяка. Но эксперты определили, что это бичейка либо от осветительного прибора, либо от прожектора, либо от вентиляционного входа. Мы эти вещи подняли. Пробы металлов и фотографии отправили в бурмейстера Вейн, получили сертификат. Находки этой экспедиции теперь хранятся в музее славы челюскинцев в Анадыре. Челюскин был раздавлен льдами, не дойдя до Тихого океана. Но до Берингова пролива он все же дошел, доказав, что северный морской путь можно освоить. Экспедиция Челюскина показала, как правильно разместить ледокольный флот, чтобы обеспечить проход кораблей, как совершенствовать их конструкцию. Вслед за Челюскиным по северному морскому пути вскоре прошли десятки новых судов, а береговая линия обросла городами, портами и научными станциями. Мечта челюскинцев проложить путь к освоению колоссальных богатств сибирской земли стала реальностью.